Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 2615. Нужно выполнить действие. А. 18 а в квадрате умножить на 3 в числителе, которое а в квадрате минус 3а плюс 1, деленное на в знаменателе 9. Минус 2а снова дробь а в кубе минус 3а в квадрате плюс а деленное на 0,4 плюс а в четвертое минус 3а в кубе плюс а в квадрате. Это будет. Для начала нам нужно избавиться от дробей. Что у нас получится? 2а в квадрате в четвертой минус 6а в кубе плюс 2а в квадрате минус 5а в четвертой плюс 15а в кубе минус 5а в квадрате плюс а в четвертой, минус 3а в кубе, плюс а в квадрате. Суммируем однородные члены, получаем минус 2а в четвертой, плюс 6а в кубе, минус 2а в квадрате. Б. 12х умноженное на х плюс y шестых минус 27y умноженное на 2х минус y девятых плюс y умноженное на сумму y плюс 1. Это будет 2х в квадрате плюс 2xy плюс 3y в квадрате минус y в квадрате минус y равно 2х в квадрате плюс 2y в квадрате, y плюс 2х в квадрате, тогда если бы мы так написали, минус 4xy, минус y, b. 33c в кубе на c плюс 1 одиннадцатых, минус 10c на c в кубе минус 5c в квадрате плюс c в числителе в знаменателе 5, плюс c в четвертой степени минус 3c. Это будет 3c в четвертой плюс 3c в кубе минус 2c в четвертой плюс 10c в кубе минус 2c в квадрате плюс c в четвертой степени минус 3c равно 2c в четвертой плюс 13c в кубе минус 2c в квадрате минус 3c. И b. 28p в квадрате умноженное на дробь в числителе p в квадрате плюс 5p минус 1 в знаменателе 0,7 минус 3p умноженное снова на дробь в числителе, которое p в кубе плюс 5p в квадрате минус p в знаменателе 1,1 плюс 2p в четвертой плюс 10p в кубе минус 2p в квадрате. Это будет 40p в четвертой плюс 200p в кубе минус 40p минус 30p в четвертой минус 150p в кубе плюс 30p в квадрате плюс 2p в четвертой плюс 10p в кубе минус 2p в квадрате это будет равно 12p в четвертой плюс 60p в кубе минус 12p в квадрате. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.